В эфире специальный выпуск актуального интервью в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте. Уже традиционно раз в месяц мы встречаемся с депутатом Петром Смирновым, чтобы обсудить самые яркие и значимые городские события. Петр, привет. Здравствуй, Лида. Несмотря на то, что это наша первая встреча в новом году, обсудить нам есть что. И мне кажется, такое самое заметное событие – это демонтаж рекламных конструкций. Это вообще моя любимая тема. Это одна из первых тем, которая, скажем так, немного повергла меня в шок, когда я приехала в Саров в 2016 году и услышала, что все эти рекламные конструкции дикорастущие в городе. То есть они просто поставлены, и казна не получает ничего от их эксплуатации, да, предпринимателей? Да, слушай, ну я была в искреннем шоке тогда. Мы с тобой уже не один раз, да, проговаривали историческую справку, да, по этому вопросу. Действительно, да, там, она не с 16-го года началась, эта история, а достаточно еще раньше, да, это, можно сказать, с 2010-го или 2009-го даже года. Но я думаю, что та история, которую мы с тобой сегодня планируем обсудить, она началась в 17-м году с конкурса, с первого в истории города конкурса. Возвращаемся к этой на истории, размещение, да? Да, рекламных конструкций. И мне кажется, принципиально важным было то, что один из пунктов, по которым компании рекламные выиграли конкурс, это 100% социальной рекламы за это. Ну, не только. На самом деле, когда мы работали в рабочей группе по внесению изменений, да, в формат проведения торгов с конкурса на аукцион, мы получили доступ к заявкам на тот конкурс, да, которые бы представляли компании. Там была комиссия, которая комиссионно оценивала по 5 параметрам, по 5 критериям эти заявки. И да, действительно, один из критериев был социальная реклама, в которых победители предложили 100% социальной рекламы. Но это не давало им, условно говоря, максимальный балл в этом критерии, но не давало перевеса, будем говорить. Да? По остальным критериям тоже были, с моей точки зрения, несправедливо проставлены баллы именно по конструктивным решениям, по благоустройству территории вокруг рекламной конструкции, да, потому что предложения других участников конкурса, это я еще не говорю про цену, были лучше, ну, с моей объективной стороны, да, я не член комиссии, да, но, например, когда победитель предлагает один вариант благоустройства, а остальные участники три варианта благоустройства различного, там и посадка кустарника, и создание ограждений и так далее, только газон. Но, тем не менее, эти две компании, не будем их называть, все понимают, что называется, они выиграли конкурс, они размещались. Почему я сакцентировала внимание на 100% социальной рекламе? В 2021 году администрация как раз и обратилась в компании с законным требованием размещения 100% социальную информацию на рекламных конструкциях. Ну, то есть повесить на все рекламные конструкции, на все поверхности социальную рекламу. Да, то есть они там хотели разместить фотографии ученых, какие-то материалы к дню города, к дню рождения ядерного центра и тому подобное. В результате чего, насколько я поняла ситуацию, компании всячески затягивали размещение, что там они могли предоставить техзадания, техтребования, и в результате вот этой вот затянутой переписки администрация решила, что им отказали. Ну, смотри, значит, первое. Я все-таки люблю опираться на документы, да, и когда действительно новая администрация с новым главой попыталась реализовать свое право в части размещения социальной рекламы, действительно они наткнулись на некое противодействие в формате переписки, да, что типа объясните... Бокс вот, по переписке, да, бокс традиционное по переписке. Развлечение. Да, значит, а самый главный там вопрос стоял, а что же такое 100% социальной рекламы? То есть на самом конкурсе, когда предприятия заявлялись, да, указав 100%, ну, в моей картине мира 100% – это абсолютно все площади. Да, 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 все правильно. А они считают несколько по-другому. У них и вот своя они попросили, математика. Да, администрацию все-таки объяснить, а что такое 100%, хотя сами же эту цифру и заявили, да. Очень странное, на самом деле, поведение. Но я опираюсь здесь на документ, и главный документ, с моей точки зрения, во всей этой истории – это проверка контрольно-счетной палаты именно этих договоров на размещение рекламных конструкций, где они специально отдельно считали социальную рекламу, размещенную на этих баннерах, по представленной информации от Департамента архитектуры города. И там фактически посчитали, что
социальной рекламы, ну, в максимум размещалось до 6% от всех баннеров. То есть там особая математика, да, с точки зрения особенно временного характера, да, потому что это берется год календарный, и вот сколько месяцев или сколько недель размещался тот или иной полотно на конкретном поверхности. До 6%. Я напомню, что с точки зрения закона, закон о рекламе, администрация города имеет право на 5% социальной рекламы. То есть на самом деле, по сути, вот, мы получили фактически законное, да, право разместить только то, что установлено федеральным законодательством. Мы не получили каких-то бонусов от этой социальной рекламы, от этого параметра, да, конкурса. Поэтому, собственно говоря, это и было одним из аргументов, когда мы меняли формат с конкурса на аукцион, потому что предложение по цене было выше у других участников. И город на этом потерял за 5 лет 10 миллионов рублей. Город потерял на этом за 5 лет 10 миллионов рублей. То есть по 2 миллиона в год мы просто не получили доход в городской бюджет. При этом не получили того, что как бы предполагалось. Да? И контрольно-счетная палата это установила своей проверкой. Все. То есть вот на этом это заканчивается. Когда администрация действительно решила воспользоваться своим правом, да, которое прописано в договоре, случилась некая переписка, они в одностороннем порядке приняли решение расторгнуть эти договора. Ну и, соответственно, там предприниматели пошли в суд. Да, занял сторону предпринимателей. Да. Но пока они судились, уже прошел март месяц 2022 года, и у них закончились эти пятилетние договоры. Соответственно, они вот в марте месяце уже фактически перестали... И вот там началась как раз история с необходимостью демонтажа этих рекламных конструкций. Сами предприниматели отказались демонтировать, был объявлен конкурс на демонтаж. И вот там интересная, да, снова ситуация. Слушай, на самом сложилась. Деле тема, она... Ну, не настолько часто и, скажем так, не касается каждого человека в городе, да, чтобы знать специфическое законодательство и процедуры, ну, вот обычному там обывателю, вот как нашим телезрителям. Поэтому, я думаю, стоит проговорить процедуру. То есть, если есть рекламная конструкция, на которую отсутствует разрешение на ее эксплуатацию, а разрешение выдает администрация города, администрация обязана направить предписание на демонтаж такой рекламной конструкции, ввиду отсутствия оснований на ее нахождение на этом месте. Да. Соответственно, у предпринимателя есть определенный срок на исполнение этого предписания. Дальше администрация, если предписание не исполнено, должна за свой счет демонтировать рекламные конструкции. А что значит за свой счет? Нужно объявить конкурс на демонтаж, значит, запланировать деньги в бюджете. И все это процедуры, да, определенные, требующие временных затрат и финансовых. Да? Значит, они провели конкурс в мае месяце, там, выделили средства, провели конкурс. Конкурс выиграла, можно уже, наверное, говорить, о «Мартин». Да, директор там Кугукин Сергей Владиславович, бывший депутат городской думы предыдущего созыва. Вот. Также, по сути, один из сотрудников этих рекламных агентств, да, которые размещали эти рекламные конструкции. Соответственно, он демонтировать ничего не собирался. Да, максимально затянул сроки производства работ по демонтажу. В итоге администрация была вынуждена уже с ним расторгать договор за неисполнение. Компания попала в реестр недобросовестных подрядчиков. Да. В итоге администрация вынуждена была не проводить конкурс, да, а заключить договор с единственным поставщиком. На проведение этих работ. Им стало одно из муниципальных предприятий. Да? И произошло это все в ноябре-декабре месяце. То есть вот уже следующий, да, этап, сейчас, когда без торгов провели, значит, заключение договора. И уже следующим этапом администрация и подрядчик направляют уведомление собственнику рекламных конструкций, что типа, ребята, мы готовимся сносить, поэтому либо вы сами, либо определите, кому и куда их сдавать. Вот я как раз разговаривала с директором департамента архитектуры Михаилом Кашпаевым. Он сказал, что этих уведомлений было не одно, не два и даже не три. Этих уведомлений было очень много. Их предупреждали эти компании, что конструкции будут демонтированы. Да. При этом надо понимать, что на протяжении всего этого времени, ну, там, с марта месяца, да, когда договор закончился, и ты уже не имеешь права размещать там рекламу,
на протяжении всего вот этого времени, там, сколько, 3 квартала, да, на рекламных конструкциях размещалась коммерческая информация. Насколько я поняла, сейчас не проводится новый конкурс, как раз потому, что эти места были заняты. Естественно. Плюс еще схема поменялась. Схема поменялась. Но мы к схеме еще вернемся, я снова к теме социальной рекламы. И вот как раз, когда пошли уведомления о том, что конструкции будут демонтированы, на них начала активно появляться социальная как раз реклама, социальная информация о помощи животным, о поддержке СВО, изображение Серафима Саровского. Ну, смотри, это такая форма, получается, что ли, защиты своих коммерческих интересов, да, зная, заведомо зная, что будут рекламные конструкции демонтироваться. Разместили на них информацию в поддержку специальной военной операции, в поддержку президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, предполагая, что у администрации не поднимется рука, значит, на святое, да, что называется там, на Серафима Саровского, например. Вот. Но понимаете, насколько цинично, да, вот это отношение? Но при этом я хочу подчеркнуть, что у администрации это тоже связано с законом. Они не могут оставить эти конструкции стоять, чтобы на них не было изображено. Тут закон есть закон. Слушай, в марте этот маховик запустился, да, и они не могут остановиться и сказать, что вот тут размещен какой-то специальный баннер, и мы не можем его тронуть. У них работает процедура, она исполняется, да, и за это неисполнение им тоже грозит ответственность. И они не могут остановиться только потому, что там, вот, и нарушить закон уже со своей стороны, да, потому что, ну, ситуация достаточно уже такой, ну, громкий, да, там, эффект произвела. Ну, это выглядит, знаешь, как манипуляция общественным мнением. Естественно, это она и есть. То есть это просто манипуляция циничная, совершенно продуманная заранее, да, зная, что они нарушают в первую очередь закон. Вот, подставить таким образом администрацию и устроить крик: «А, смотрите, сдирают там Путина и СВО». Режут Серафима Саровского. Да, режут Серафима Саровского. Нет, это подставленная, то есть специально созданная ситуация, зная, что будет демонтаж. Кстати, я еще хотела обратить внимание на то, что эти конструкции, они не могли оставаться стоять. Поменялась схема, и количество этих конструкций сократилось почти вдвое. Потому что сейчас вообще тенденция не только в городе, но и в стране в целом на снижение визуального шума. То есть меньше рекламы, меньше вот этих вот вывесок. Город должен быть гармоничным. Особенно, мне кажется, такой самобытный город, как Саров. Вот эту гармонию важно соблюдать. То есть и вот все эти моменты, что эти конструкции можно было бы сохранить, там, передать муниципалитету, еще что-то. Это, опять-таки, да, как какая-то манипуляция, потому что, ну, невозможно это исполнить, невозможно эти конструкции сохранить и передать администрации. Администрация также не имела никаких законных оснований принять их на свой баланс. Вот этот момент тоже очень важный, мне кажется. На самом деле городу эти конструкции не нужны. Максимум, что с ними можно сделать, сдать на металлолом. Схема поменялась. Более того, там некоторые места были неудачно расположены на сетях. То есть, ну, серьезным образом пересмотрел схему. В городской думе ее вместе с департаментом архитектуры смотрели, обсуждали. Да, и появятся медиаэкраны. Да, то есть на некоторых местах. И действительно, вообще-то, нужно эти рекламные конструкции обновить, потому что поставлены они были, ну, там, в конце нулевых. И резюмируя эту тему, я хочу сказать о том, что, да, действительно, эти конструкции, они срезаются по закону, там нет никакой провокации со стороны администрации, и они не могут не сносить эти конструкции. Это первый момент. Второй момент, который мне интересен, что дальше? Сейчас есть схемы, ее должны утвердить когда-то в ближайшее время, и что дальше будет с рынком рекламных конструкций в городе? Ну, смотри, с точки зрения закона, значит, утвержденная схема делится на лоты. Значит, конструкции – это уже прерогатива администрации и их полномочия разделить места в несколько пакетов, будем говорить, да, и выставить их на аукцион. Дальше, кто больше денег предложит, тот и победил, тот и будет устанавливать уже новые рекламные конструкции. Возможно, они будут нового качества, там, из свежего, да, там, металла, и не будут там, под риском того, что они упадут, как вот, например, было на улице Московского около магазина «Перекресток», просто ветром сдуло рекламную конструкцию. Но это было вот буквально год назад. А примерно есть понимание сроков, когда может пойти? Я думаю, что как только вот сейчас завершится демонтаж и освобождение мест, я думаю, что весной мы увидим уже вполне возможно аукцион. Вполне возможно. Но я тут
как бы не могу за департамент архитектуры и КУМИ отвечать, потому что это их полномочия, и ну, я думаю, что в их интересах как можно быстрее, да, провести эти процедуры. Хотела обсудить с тобой тему дорог, потому что ехать действительно страшно, огромная колея, я понимаю, опять погода, у нас каждую зиму погода, оттепели, заморозки, но факт остается фактом, ездить тяжело, по тротуарам ходить сложно, город засыпан песком, этот песок просто, мне кажется, в квартире каждого человека. А как-то вот это можно, на твой взгляд, было избежать? Может быть, в следующем году принять какие-то превентивные меры, чтобы не было вот такой дорожной ситуации? Слушай, любая превентивная мера сходится только к одному. Нужно все делать вовремя. Ну, то есть, если у вас есть каша на дороге, и идет дождь, да, и снег тает, и впереди сильные заморозки, то надо убирать эту кашу и не допускать, когда она замерзнет. Угу. Вот. А получилось так, что у нас там, перед Новым годом там, была серьезная оттепель, да, и все растаяло, а потом резко все до минус 35 замерзло. Дороги получили то, вот что получили. Никогда такого не было, и вот опять. И вот опять, да. Ну, то есть надо было убрать. Надо было не работать. Но надо было не работать. На самом деле, я смотрю на эту ситуацию, ну, с точки зрения, опять же, документов, да, и нормативной базы в каком-то смысле. И здесь, ну, первое. Есть городской бюджет, который выделяет средства на содержание дорог. Угу. Не на ремонт, а именно на содержание. То есть их уборку, очистку от снега, от грязи, от там, всего что угодно, да. На течение года мы выделяем на это 144, по-моему, миллиона рублей. То есть где-то вот порядка. Этого достаточно? Скорее всего, нет. Но это другой вопрос, да. Но, тем не менее, деньги выделяются, да. И есть контракт. Контракт заключается с муниципальным унитарным дорожно-эксплуатационным предприятием, ДЭПом, да. И у них есть ГОСТ на содержание дорог. В этом ГОСТе все очень подробно расписано, кто, как, в какой период времени, когда снегопад начался, что нужно делать, да, и как чистить, какой глубины колея должна быть или ямка на дороге. Укладывается в этот ГОСТ? Как мы видим, нет. То есть вот с моей точки зрения, то, что сейчас происходит не только на второстепенных дорогах, но и на центральных улицах, это не соответствует ГОСТу. А в ГОСТе прописано, что уборка должна осуществляться от бордюра до бордюра, на самом деле. То есть вот не допуская того, что да, вот полоса почищена, но тут вот у нас есть 20-сантиметровый такой бруствер, да, на обочине. Ну, тут, там, знаешь, в защиту коммунальных служб я скажу, что очень часто от бордюра до бордюра мешают почистить припаркованные автомобили. И тут это не только проблема Сарова, а, мне кажется, всей страны. Это тоже большая проблема. На то обычно создаются муниципальными службами службы эвакуации, понимаешь? И раньше, ну, не стеснялись эвакуировать автомобили, и, ну, все автомобилисты кажется, с этим сталкивались. Раньше автомобилей было поменьше. Ну, давайте вот еще там вспомним Советский Союз и говорю, нет, дело не в этом. Можно погружаться, да, там, в воспоминания, но вот многие мои знакомые товарищи говорят, что вот последние там 20 лет такого коллапса коммунального на дорогах как бы не случалось. Да, хоть но это тоже чистили. Еще одна журналистская присказка, такого не помнят даже старожилы. Да. Вот. Поэтому, на самом деле, средства борьбы с этим, кажется, как будто бы и нет, да, ну, то есть службы, которые должны следить за состоянием дорог, они этого не делают по каким-то своим причинам, да, есть контрольные органы, которые также должны следить за состоянием дорог, и они что-то ничего не делают, а что же можем делать мы? Ну вот, то есть мы, как обычные граждане Сарова, которые, на самом деле, там, бросаются там в колеях, да, из стороны в сторону, там, не могут повернуть во двор к себе со второстепенной улицы, а я сам вот испытываю те же самые сложности, не надо думать, что мы вот депутаты смотрим на это и думаем, а, и так сойдет. Нет, я, вот меня это лично достало. А что можете сделать вы, как депутаты? Ну, вы можете на это повлиять? Так вот, я как депутат скажу тебе, что я как обычный гражданин своего города, да, сфотографировал одну колею в том месте, где меня почти развернуло. Вот. То есть меня просто это, ну, я, честно говоря, испугался, да, в какой-то момент, что я сейчас уеду там в припаркованные автомобили, потому что я, ну, то есть реально ситуация не соответствует безопасности дорожного движения, и дорожное покрытие не соответствует ГОСТу, да, то есть это я так... Ты сфотографировал, я это сфотографировал и отправил на обращение через форму умный на сайте. Саров. Нет, «Умный Саров» не работает в этой истории. Поймите, «Умный Саров» все обращения попадают в администрации города, а «Ворон Ворону» глаз не выклюет. Поэтому
Это, вот поймите, это не работает. Вот. И куда в этой ты ситуации. Отправил фото? От фото я отправил на сайт областного ГИБДД. И результат? Вот, 52.gibdd.ru. Почему туда? Потому что там есть хорошая форма онлайн-обращения в областной ГИБДД. Функция по контролю за состоянием дорожного покрытия у инспекторов ГИБДД. Это их обязанность следить за состоянием дороги, чтобы было безопасно по ней ездить. И результат? Результат. На следующий день мне приходит уведомление о том, что мое заявление, уже от нашего, кстати, УВД, значит, что мое заявление зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях. Вот так. А все почему? Потому что, на самом деле, такая ситуация соответствует административному правонарушению. То есть в нем есть признаки некачественного содержания дорог, есть отдельная статья Кодекса об административных правонарушениях. И кто виноват? Виноваты эксплуатирующие организации, их привлекут к ответственности. Из-за твоей фотографии? Из-за моей фотографии. Я вот прямо вам говорю, я знаю, что людей, или чиновника, или должностное лицо, или организацию накажут штрафом за такое действие. Потому что это не качественное оказание услуги, в первую очередь, там, городу. Да? И если они действительно этого не делают, то давайте уже будем говорить про ответственность. Да? То есть кто-то, у каждого вот этой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Да? И фамилия, имя, отчество должно быть наказано с точки зрения ответственности за такое содержание города. Я считаю, что вот уже с позиции жителей города нужно делать каждому так. Если у вас во дворе, во въезде во двор, на вашей улице, да, не почищено, сделайте фотографию, потрудитесь. Не пишите комментарии в интернете. Потрудитесь отправить сообщение в органы власти, которые это контролируют. Конкретно областное ГИБДД. Это несложно, вот совершенно несложно. У меня это заняло 5 минут. Просто дорожное покрытие не соответствует требованиям. Вот прям говорю фразу, дорожное покрытие не соответствует требованиям. Неважно, каким требованиям. Это ликбез, да, как они, жаловаться? Да, да, ликбез, как жаловаться. Они сами приедут и проверят, каким требованиям, насколько оно это соответствует. Результат, значит, через 4 дня Куйбышева почищен. То есть можно сказать, что схема рабочая. Жаловаться... Она единственно рабочая. Она единственно рабочая. И жаловаться не на умный Саров, не на какой-то горячий номер, горячей линии в администрации. Это не работает. Работает только там, где реально сидит инспектор, который за это отвечает своими должностными обязанностями. Контролировать состояние дороги. Понимаешь, если люди по-другому не понимают ответственность за эту работу, ну, значит, придется штрафовать. Есть ответственность, и ее надо применять. Не, если, понимаете, вот если вы на своем рабочем месте ну, сделаете что-то не так, ну, там, вас премии лишат, да, там, или еще какое-то наказание дисциплинарное применят, да, почему здесь должно не работать? Это та же самая история. Ну, может быть, здесь имеет место человеческий фактор. Вот сейчас затронем еще вскользь тему с мусором. Все помнят, да, этот коллапс конца года и начала этого года, когда мусора не вывозили. И рекоператор объяснил это просто. Мы отправляли запрос выяснить причину, почему так. Он ответил, ну, как бы, простите, извините, у нас все болеют. У нас грипп, ОРВИ и некому убирать. Может быть, у коммунальных служб такая же история. Ну, грипп, ОРВИ и некому убирать. Ну, такое же послушай, тоже имеет место. Я вот прекрасно понимаю, да, что бывают там, ну, прям ситуации, когда, ну, вот все, вот прям, вот все встало. То есть вот людей нет, техника стоит, мороз, ничего не заводится. Вот, кстати, там, еще мороз, да. Да, там гидравлика у кого-то там порвалась, что-то выдавило, где-то там сломался трактор, я не знаю, еще что-то. Это не наши с тобой проблемы. Вот вообще нет. То есть такого рода службы, да, они должны быть готовы 24/7. То есть, если у тебя техника замерзла, значит, она стоит у тебя на улице. Поставь в гараж. Ты что, прогноз погоды не знаешь? И этим службам прогноз погоды присылают заранее из гидрометцентра, как в аэропорты. Правильное планирование работ, правильное планирование смен, правильное планирование финансов с точки зрения обеспечения зарплаты, да, людям, которые выходят в выходные дни, в праздники. Значит, нужна техника, должна стоять в теплом отапливаемом гараже, где не меньше, там, минус 10. Вот, когда на улице минус 35, чтобы она завелась, поехала. А когда техника завелась и поехала, масло уже прогрелось, гидравлику не сломается на морозе. И на самом деле это мы сейчас говорим только про улицы. А то, что мы говорим про внутриквартальные, там то же самое. Но там уже центр ЖКХ. То есть вот две организации, которые отвечают за содержание, в общем-то, одна содержит дороги, другая внутриквартальную. Ну, если вам что-то не нравится, то жалуйтесь. Инструкцию вы получили сегодня.
Ну вот да, то есть то, что по части ДЭП, это ГИБДД, то, что по части центра ЖКХ, вообще в любой части центра ЖКХ, это государственная жилищная инспекция. На этом мы закончим наш сегодняшний разговор и через месяц вновь вернемся в эту студию, чтобы обсудить яркие городские события. С вами мы не прощаемся, оставайтесь на канале 16. Пока-пока. До свидания.